Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Петр Соколов, финансовый консультант компании Amarkets. Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня хорошо слышно и хорошо видно. Сегодня понедельник, начинается новая торговая неделя, у всех свежие мысли после выходных. Да, и сегодня мы, возможно, разберем некоторые моменты, которые было бы интересно рассмотреть дружно. Отлично видно, отлично слышно. Хорошо. Пожалуйста, поставьте однерки, кто торгует на реальных счетах. Вообще интересно было бы понимать, знаете ли вы что-нибудь про волновой анализ или слышали когда-нибудь, а может быть, ими пользуетесь даже. Так, ну раз молчите, значит ничего не знаете, я делаю такой вывод, и давайте сегодня рассмотрим азы. Я вам покажу, значит, как строятся волны, из чего они строятся, и вообще, как этим возможно пользоваться для того, чтобы можно было создать себе торговую стратегию, которая будет приносить вам интересные прибыли. Давайте перейдем к демонстрации экрана. Вот, обратите внимание то, что у нас мы всегда рассматриваем импульсы. Значит, во-первых, есть волны коррекции, есть волны импульса. Да? То есть мы всегда смотрим, куда появился импульс, находим первую волну, потом ждем отката и берем начало третьей волны, находим начало третьей волны, входим в нее и уже знаем, на какой точке мы будем ее закрывать. И, в принципе, больше вам ничего не нужно знать. Вот. Основной, то есть вход у нас это третья волна. И вот прочитайте, да, тренд, то есть волн импульса имеет пятиволновую структуру. И состоит из волн импульса и коррекции. Да? То есть вы понимаете, что рынок он не движется все время в одном направлении, а двигается, можно сказать, зигзагообразно, либо по синусоиде. Вот. И наша цель основная выявить эту первую волну, найти начало третьей волны и заработать хорошо на это. Да? Следующий вопрос. Вот, усеченные волны. Так я вам сказал, значит, есть определенные правила при волновом анализе, значит, основное из них здесь его нет. Ну, то есть имейте в виду, да, то есть, что не всегда могут быть волны, они одинаковыми и похожими, как вы до этого могли видеть на истории, допустим. Волны они всегда разные, усеченные, либо укороченные, либо. То есть могут составлять и довольно-таки более длинную продолжительность, чем мы рассчитываем, да, могут быть более короткими. В общем, нужно здесь разбираться и больше уделять время практике и, соответственно, набивать руку, да. Вот, что я вам и говорил, в принципе, в классическом варианте импульсные волны состоят из пяти подвол, встречаются не всегда. Могут быть длинными, могут быть усеченными. То есть запомните для себя раз и навсегда, мы в первую очередь ищем пятиволновую структуру и трехволновую структуру. Двухволновой и четырех структур не бывает. Основным инструментом для определения точек входа и выхода из позиции у нас служит сетка Фибоначчи и уровень Фибоначчи. Здесь у нас описывается на картинке последовательность. Как это строится все, да, уровни, соотношения. В принципе, это вы все можете найти и в интернете. Мы здесь с вами будем рассматривать более конкретные именно точки входа и выхода из них. Вот, запомните основное и главное, в принципе, правило при построении волновой структуры. Потому что когда мы увидели какой-либо импульс, когда идет откат после этого импульса, вторая волна, она не может быть длиннее первой волны. Да? То есть это, если так происходит, значит ваша разметка неправильная. И нужно ее пересматривать с другого угла, да, либо в другую сторону.
Второе правило. Четвертая волна не может заходить в зону первой волны. Тоже одно из основных классических правил по волновому анализу. То есть, видите, как показано на рисунке, в основном четвертая волна, она на практике составляет половину третьей волны, да? Либо она касается вершины первой волны, и дальше идет продолжение пятой волны уже. Здесь показано на рисунке неправильное построение структуры, специально, чтобы вы поняли и записали себе, может быть, где-нибудь в памяти. То есть вторая волна не может быть длиннее первой, как на этом рисунке. Это основное правило, да? Второе правило, четвертая волна, она не может заходить в диапазон первой волны. Ну и самое основное, так как мы будем искать точку входа и начало третьей волны, а третья волна у нас самая длинная и большая, на которой берется все основное движение, то, соответственно, если ваша структура выстроилась таким образом, что третья волна оказалась меньше, чем первая либо пятая, то, соответственно, значит, вы построили опять-таки же неверно. Вот, имейте это в виду. Три основных правила. Вторая не может быть больше первой, четвертая не заходит в диапазон первой волны, и третья волна не может быть самой короткой. В принципе, все, что вам нужно знать. Вот, мы рассматриваем в данном вебинаре в первую очередь упрощенный волновой анализ. Вот, и эти три основных правила, в принципе, и будут составлять систему, по которой мы будем торговать. Просто мы добавим сейчас впоследствии еще сетку Fibonacci. Типичные ошибки трейдеров, да? То есть открытие сделки против тренда. В данной ситуации выходит такая картина, что многие берут за вторую волну, первую волну, да, и после отката ищут точки входа против тренда. На самом деле, вот они, обратите внимание, эти ошибки. То есть, если вы определили неправильно первую волну, соответственно, все дальнейшие ваши точки входа в позицию в рынок будут неправильными. Выясните для себя это раз и навсегда. Да? То есть, вторая ошибка – это открытие сделки по тренду, но в конце волны. Здесь могут быть различные варианты. В основном такие ошибки делают новички, когда они думают, что вот уже пошло движение, но пойду-ка я залезу в этот паровоз, последний вагон, да, но последний вагон оказывается первым вагоном на другую сторону. Ошиблись путями, получается так. Вот, и принцип чередования моделей, коррекции по глубине и структуре на второй и четвертой волне. Здесь тоже есть свои своеобразные правила. И повторение, цикличность, скажем так, да. И суть чередования заключается в том, что если вторая волна, как здесь написано, является резкой коррекционной, то четвертая волна будет боковой коррекцией, как здесь показано на рисунке. И наоборот, то есть если вторая волна она более флетовая, то четвертая волна явно будет с хорошим откатом. Здесь уровни и проценты написаны по сетке Fibonacci. Сейчас мы рассмотрим именно, что нужно делать и как это нужно делать. Времени у нас немного. Волновой анализ – это вот достаточно обширная тема, поэтому пробегаемся, так скажем, маленькими шажочками, но по всем основным моментам. Вот, запомните, да, то есть волны, они состоят из подволн. Если бы не хотели здесь показывать вот этот подкатный момент, я бы нарисовали просто простую вторую волну отката. Но для вашего понятия, да, что не могут рынки двигаться все время в одном направлении, вот, вторая волна и четвертая, они в основном составляют трехволновую структуру А, Б, С. Как здесь и как здесь нарисовано. Ну вот и обратная ситуация. Вы видите прекрасно. Давайте перейдем на график и более подробно рассмотрим все ситуации, которые я сейчас вам говорил. На данный момент вопросы есть какие-либо? Вопросов нет. Если есть вопросы, задавайте сразу и спрашивайте. Да? Вот, смотрите, рассказываю. Сетка Fibonacci. Вот у нас сетка Fibonacci, значит. Да? Здесь мы добавляем еще уровни такие. Вот в стандарте у вас уровни 161, 161, 50. 38,23. То есть мы добавляем 76,4. Это те же самые 100% минус 23,6 получается 76,4. Добавляем уровень 131. Он будет ключевой в волновом анализе. И также можем добавить уровень 200. Могу повторить, и вы можете это себе записать.
все равно построить на сетке вы это не успеете. Да? То есть уровень 200 добавляем. Как добавить? Очень просто. Выделяем сетку правой кнопкой мыши, свойства. И вот здесь уже добавляем. Да? То есть уровень проставляем 23.6, 0.23.6. Нажимаем добавить и собираем вот эту сеточку. 7, 6 и 4. То есть 200, 131, 76 и 4. Три уровня, которые мы добавляем. То есть, как я и говорил, основная наша цель — найти третью волну, начало третьей волны. Конечно же, лучше рассматривать всегда движение со старших таймфреймов. Всегда. То есть, чтобы понимать, где же оно, это движение трендов. Да, в первую очередь мы находим первую волну. Давайте рассмотрим на графике евро-доллар. На дневном графике, да? Здесь вы смотрите, импульс такой сильный. В принципе, сочетание волнового анализа для меня лично в моей голове очень хорошо укладывается с прайс-экшен. С системой торговли по прайс-экшен. Да? То есть здесь мы видим первую волну. И смысл какой? На вершину первой волны, от вершины до основания первой волны, мы строим, накладываем сетку Fibonacci. То есть вот, смотрите. Иначе. Сейчас мы ее сделаем пожирнее. Вот мы нашли первую волну. Также мы добавляем индикатор АО, то есть показывает, который нам будет, где же те точки входа через лишнего времени. Вот, обратите внимание, да, то есть было движение резко наверх, потом пошел откат. В этот момент, пока идет откат, мы уже натянули сетку от вершины до основания. И на уровнях 50, 38, 23 и остальных ищем точки входа. Да? Каким образом? Вот пошел откат, вторая волна. По индикатору мы просто ориентируемся, когда же все-таки начинается движение. Поступательное движение, продолжение того импульса первой волны, которое было до этого. Да? На дневном графике мы видим, что это движение, в принципе, многие как делают, они просто видят движение первую волну, они ставят лимитники вот на этих уровнях. 50, 38, 23 и стоп-лосс ставят за нулевой точкой. Вот и все. Да? Но кто в режиме реального времени и не на дневном таймфрейме торгует, тем внутри дня даже можно торговать, используя волновой анализ. И спокойно делать на этом хорошую прибыль. Сегодня читал одну интересную статью одного блогера, что ни разу не встречал волновика, который зарабатывает. Вот прям настроение, честное слово, поднял. Вот. Я очень много знаю людей, которые зарабатывают по волновому анализу, и у них очень это достаточно хорошо получается. Вот, посмотрите, в данной ситуации мы видим, да, то, что индикатор АО пошел на падение, на спад, показывает, пересек нулевую точку. В данной ситуации здесь идет флэт. И здесь мы видим, что опять пошло движение наверх. В принципе, вот здесь можем встать в покупку. Я рекомендую, если стоп-лосс он у вас достаточно большой, а его нужно ставить за нулевой уровень, да, то его можно поставить через уровень. Да, то есть у нас его здесь. Цели у нас будут по закрытию прибыли. Это уровень 131 и уровень 161. Вот посмотрите, как данный импульс, который пошел, он четко дошел до уровня 161. Еще прошел пару пунктов, может 10 пунктов, да, и зафиксировалась бы здесь прибыль. Если бы мы вошли вот в эту позицию, вот в этой точке, допустим, вот у нас индикатор пересек нулевую точку, началась новая неделя, мы здесь зашли со стопом 150 пунктов и взяли спокойно себе 480 пунктов, да, одним лотом 4800 долларов. Вот у нас, в принципе, у нас получается в данной ситуации первая волна, вот вторая волна, и вот на третья. Вот, мы ищем основной вход, это третья волна. Ни вторая, ни четвертая, ни пятая. То есть на начальном этапе вам нужно находить только начало третьей волны, и ее окончание вы знаете. Это уровень 131 и 161, иногда 200. То есть от уровня 100 до уровня 200 у вас здесь уже автоматически вырисовываются те места, где вам нужно закрывать позиции в прибыль. И не дожидать, не пережидать, не выжидать ничего. Давайте рассмотрим на текущей ситуации, чтобы было более понятно, да, как же ориентироваться. Говорю, у нас очень мало времени. Вот смотрим, значит, да, у нас по евро-доллару был
восходящий тренд. Вот. Я еще на прошлых вебинарах, проводимых в начале лета, рассказывал, что я брал вот это движение на дневном графике за первую волну и всем говорил, что цель будет вот здесь достигнута. Она стала достигнута. Да, натянул сетку. Вот, пожалуйста. Да? Вы, если сами посмотрите на истории, очень много таких моментов, где по уровням, по сетке Фибоначчи срабатывает прям очень четко. Да? Вот, смотрите, вот здесь первая волна, пошел откат, отбился от уровня, даже можно было ставить от уровня 50 отбития. Вот, пожалуйста, стоп 150 пунктов, цель у нас 405. И соотношение, в принципе, почти 1 к 3. Что, в принципе, попадает под правила money management, управления капиталом, да, где мы должны минимум брать в 2 раза больше, чем мы рискуем. Но это тоже более среднесрочная позиция, среднесрочная сделка. И перейдем сейчас с вами, я вам покажу, что у нас было вот на прошлых неделях буквально. Да? Вот, обратите внимание, было вот движение, вот мы были в данной точке. Да? То есть по простому техническому анализу у нас здесь какая ситуация? То, что пробивается трендовая линия, потом идет к ней откат и опять от нее отбивается. Да? В принципе, все просто. Вот она первая волна большая, вот вторая. Даже можем сейчас разметку сделать быстренько и посмотреть, какие у нас цели в перспективе, скажем так, в ноябре, в декабре. Да? Вот смотрите, 1.0692, вторая цель. Мы прекрасно уже понимаем, да? 1.0477. Но это среднесрочная сделка. И в данной ситуации мы видим, что мы находимся сейчас в начале третьей волны. А третья волна по классическому волновому анализу, она подтверждается после пробития вершины первой волны. То есть в данной ситуации мы только предполагаем, что у нас пошла третья волна. Да? Она может потом впоследствии развернуться и пойти сюда. И когда она пробьет вот это основание первой волны, которую мы якобы, ну, предположили, что это первая волна вот эта, да? Когда она, в принципе, пробьет его здесь внизу, тогда это будет подтверждение тому, что у нас идет все-таки третья волна. А пока мы находимся внутри первой волны, мы всего лишь предполагаем. Вот, и в данной ситуации у нас выходит следующее, что каждая волна на старшем таймфрейме, она состоит из подвола. Давайте пройдемся еще более подробно. Вот мы видим, да? Вот здесь у нас было отбитие, откат. То есть мы здесь предположили, раз это пошел откат, движение сюда дальше вниз, мы предположили, что на часовом графике это первая волна. Давайте выберем его красным цветом. Вот, первая волна пошел откат. Смотрите, сейчас я более старший таймфрейм сетку уберу, чтобы она мне не мешала, не отвлекала. Причем, видите, да, мне помог именно тот взгляд простого технического анализа, скажем так, классического. Я видел, что отбился от трендовой линии, которая раньше была поддержка, теперь стала сопротивление. Приближаем. Вот мы нарисовали первую волну, пожалуйста. Натягиваем на нее сетку. Видите, как четко отрабатываются уровни. Да? Самый лучший, конечно, вход это от уровня 23.6. Почему? Потому что стоп-лосс здесь будет маленький. У вас, смотрите, 30 пунктов. А цели 100. То есть стоп-лосс 30 пунктов, цель 100. Вот. Также здесь мы видим, да, что если еще на меньший таймфрейм идти, вот она первая волна, откат и пошла в третья. То есть для дневного графика у нас часовой график является как подволновой. То есть, конечно же, на четырехчасовом графике это тоже будет видно очень хорошо. Да? Вот смотрите, первая волна, откат пошел, потом далее. По индикатору мы видим, что цвет сменился. Для нас это первый знак, раз. Потом здесь я вижу, у нас сформировалась двойная вершина, это 2. Ну и, соответственно, пересечение нулевой точки, здесь уже можно даже добавиться еще одним объемом из этих сделок. Да? То есть, если мы знаем,
направление движения цены, то мы можем не только одной сделкой заходить, мы можем на каждом уровне добавлять по еще одной сделке. Здесь вот чуть-чуть не дошло оно, но когда даже чуть не доходит до цели, лучше стоит закрыть сделку. Вот, и все в принципе просто, да, первая волна, вторая, мы по индикатору смотрим, что направление меняется уже, отказ заканчивается, направление уже начнет сейчас продолжаться в сторону движения первой волны, и мы здесь уже заходим на продажу, продажу. Вот цель наша здесь была достигнута, пошел откат. Дальше что делаем, да? Мы говорили то, что третья, если это у нас была предположительно третья волна, то четвертая волна не может заходить в первую. Правильно, тогда у нас получается ситуация следующая. Тогда у нас вот такая первая волна уже. Да? Мы ее пересмотрели. Цели были достигнуты здесь. И вот смотрите, что получилось далее. Да? То есть на этой точке входа можно было очень хорошо заработать на прошлой неделе. Вот у нас движение пошло вниз, пошел откат. Смотрите, как вот хорошо. Так. Что здесь у нас? 26-29 августа, да, в пятницу. Смотрите, вот даже на новостном фундаментальном фоне, когда цена была здесь, она коснулась уровня 23,6, 36 пунктов стоп, и пошла к своей цели. Первая цель 131 уровень, то есть 130 пунктов, вторая цель 160. Я вам говорю, что волновой анализ работает, и здесь можно и нужно зарабатывать. Да? То есть мы видим, что сейчас пошла первая волна, пошел откат, вот он откат. Сейчас идет третья волна. Вот. Предположить можно по-разному. Да? То есть третьей волны цели достигнуты по максимуму, то есть 200. То есть если у нас первая волна равна 100% от 0 до 100, то видите, что мы, в принципе, прошли еще один такой же размер первой волны прибыли. Здесь у нас уже мы могли получить, если мы вошли на уровень 50, примерно здесь, да, где-то, и цена билась, свечи пускала, здесь стопы позбивала тех, кто близко стоит, и пошла потом вниз. Пожалуйста, смотрите, вот, 180 пунктов. Отличный вход, среднесрочная сделка, да, на часовом таймфрейме. Сейчас какая ситуация вырисовывается, по-моему, да, можем интерпретировать по-разному. Но здесь очень похоже на ту ситуацию, когда четвертая волна не может заходить в первую. Мы видим, что здесь состоит она из чего, да, смотрите. Раз. Вот сейчас я вас запутаю, я просто покажу. Вот. Тень была пущена на нонфарме в прошлую пятницу. Прям чуть-чуть за основание первой волны, но свеча закрылась часовая ниже. И сейчас она пошла дальше, да? То есть в данной ситуации я предполагаю, что вот она была четвертая волна, и сейчас пошла пятая. Но пятая волна уже мы будем смотреть по ситуации, где и как закончится. Вот смотрите, что у нас получается. То есть получается, что найдя начало третьей волны на часовом графике, в принципе мы вошли в начало третьей волны на дневном графике, у которого цели 1.06-1.04. Вот вам простой подход, да, который говорит о том, что есть волны, а есть подволны. И вы это прекрасно только что увидели. Можно торговать на дневном графике, на часовом, а можно вообще даже на 5-минутном. Как? Я вам сейчас это покажу еще раз. Смотрите, основная цель, рассказываю вам за час, в принципе, все секреты волнового анализа, да, почти. За час вы можете понять одно. Главное, что вам нужно находить, если вы торгуете внутри дня, вам нужно находить фигуры двойное дно и двойная вершина. Вот, смотрите здесь, евро-доллар, да? Когда у нас началась лондонская сессия? Вот, пожалуйста, 10 утра. На начале лондонской сессии лучше желательно не заходить, да? Сразу, надо подождать, что нарисую графики, на какие фигуры. Здесь я вижу, видите, двойная вершина. То есть после вот этой свечи здесь явно надо было вставать на продажу, брать по максимуму. То есть в данной ситуации, если относительно волнового анализа, выходит ситуация такая. Вот она, первая волна, вот пошел откат, а вторая волна, она может равняться длине первой волны.
смотрите, да? Вот и пожалуйста. То есть свеча пошла вниз, а вот также на минутном графике это еще одно движение, да? То есть начало третьей волны, да? То есть первая волна, вторая на минутном, третья. У нас идет подтверждение, когда идет пробивание вершины первой волны, что у нас все-таки это третья волна. И пожалуйста, даже если бы вы не здесь зашли, не на этой свече, да, а зашли бы просто на уровне 50, вот у вас топ 8 пунктов, 8, цель первая. 10 пунктов, 2, 13, 3, 18 и, пожалуйста, 25. Евро-доллар внутри дня по волновому анализу не очень сильно ходит, только на хорошем новостном фоне. Вот другая же ситуация, смотрите, да? То есть опять сформировалось двойное дно. Есть двойная вершина, буковка N, есть буковка W. Все очень просто. Нашли первую волну. Вот здесь, в данной ситуации, можно просто брать и выходить. Да? Какие цели у нас? Раньше я на вебинарах там заранее заходил по новому анализу, чтобы показывать. Сейчас я просто красно повторяю все. Вот пусть будет цель 200. Да? Стоп у нас должен быть здесь. За началом первой волны, ну и плюс пару пунктов для спреда, да? Для тени. Тут будет. Вот, пожалуйста, вот таким образом. Лучше всего данный подход в торговле внутри дня подходит на фунте. Мне вот очень нравится данный подход. Вот, смотрите. Раз, двойное дно, буковка, скажем, N перевернутая, да? Вы просто можете, не чертя никаких даже волн, просто можете себе вот так пометить. Вот раз, дно, второе дно. Вот здесь стоит отложник на покупку. Стопы здесь. Все. Не нужно даже смотреть что-то, какие-то новости, либо еще что-то. Вошли на покупку. Рекомендую делать следующим образом. В одной точке входа заходить двумя ордерами. То есть первый ордер вы закрываете на уровень стоп-лосса. То есть смотрите, да? Какой размер? 32, 89. Ну, где-то вот здесь у вас стоит профит. Второй ордер на данном, когда цена доходит до сюда, вы стоп-лосс переносите без убыток. Да? И держите его до тех пор, пока не увидите что-то похожее на двойное дно, либо двойную вершину. Все. Никаких больше вопросов нет. То есть в одной сделке сегодня вы могли вот здесь зайти в 11 часов дня. Конечно, на ожиданиях перед новостью в 11.30 он так двигался, но это не важно. Вот, стоп 20 пунктов, пожалуйста. Вот здесь мы закрыли 20 пунктов. Вот пошло движение цены 50, 60. Вот пошел откат. Здесь консолидация, в принципе, толкового трейда бы уже закрылся, да? То есть, ну ладно, как я вам говорил, вот здесь 45. То есть мы закрыли 20 пунктов и 45 пунктов. Отлично. Вот я вижу, сформировалась двойная вершина. Она не обязательно должна быть одинаковая, чтобы вы понимали. Не как вот здесь вот четко, не как вот здесь. Да? Она может быть разная. Вот просто смысл в том, что идет импульс, потом откат, пару свечей, и потом здесь может стоять отложник на продажу. Да? Стоп у нас получается вот здесь. То есть в позицию мы зашли. Вот в этом месте. Вот, смотрите, стоп у нас 27 пунктов. Вот, пожалуйста, первый тейк-профит здесь достигнут. Второй у нас, как вы видите, либо просто, можно просто закрывать 50 пунктов, на самом деле. Я вот так бы делал. Так было бы проще, да? Конечно же, если там пройдет 100, вы будете потом живее. Но лучше вот формирование именно самой, как вы видите, двойного дна, либо двойной вершины. Сформировался, мы видим, что формируется. Вот первую сделку мы закрыли по стоп-лоссу 27 пунктов. Вторая у нас уже без убытки здесь. И пожалуйста, вот здесь уже ставим мы стоп-лосс, когда цена у нас ушла вот сюда вниз. Да? Сюда цена ушла. Увидим, что возможно, если пойдет цена наверх, она сформирует двойное дно. Соответственно, ставим здесь стоп-лосс. Вот взяли здесь 45 пунктов.
Но на этом же стоп-лоссе можно сразу ставить и отложник на покупку. Почему? Потому что у нас сформировалось двойное дно. Вот, пожалуйста, стоп 20 пунктов. Вот цель у него первая здесь, 20 пунктов. Я уверен, что скоро оно дойдет до сих. То есть вы прекрасно видите, как просто обладая первичными знаниями волнового анализа и при упрощенном подходе, при торговле, можно так сказать, скальпируя, это как волновой скальпинг, по сути, да, но просто здесь мы смотрим дополнительно на фигуры. Двойное дно, двойная вершина, все, больше никаких фигур. Ни треугольников, ни голова плеч, ничего больше не нужно для торговли по данной системе. Вот у вас сегодня было три идеальных входа, да? То есть, в принципе, 50 пунктов есть? Есть. Второй вход. 50 пунктов есть? Есть. Уже 100 пунктов. А сделку мы разбиваем для чего? Когда мы закрываем первую сделку на уровне стоп-лосса, у нас уже статистика в плюсе, да? У нас позиция зафиксирована, это наши средства, они уже на нашем счете, это не открытая сделка. Вот вторую мы, основываясь на основное правило, одно из основных правил трейдинга, что прибыли надо давать расти, мы просто держим, и когда видим обратный сигнал, мы его закрываем. Либо возле какого-то круглого числа, да? Круглые цифры по уровню. Все очень просто. Я думаю, вы на самом деле поняли меня, о чем я вам хотел сейчас рассказать. Вот, если есть вопросы, буду рад ответить. А где-то третья волна, а стопы где ставить, чтобы не выносило? Я же, в принципе, все это объяснял. Как отличить импульс от коррекции в начале движения, чтобы встать в позицию? Очень просто. Импульс он сильный, коррекция слабая. Коррекция слабо идет вниз, а импульс же он такой резкий. Где тут третья волна? В принципе, Константин, я так понимаю, что не с самого начала присутствуете, да, поэтому у вас возникли вопросы. Поступим следующим образом, и очень легко. Данная запись будет выложена на канал Amarkets, на канал YouTube. Там посмотрите все, что вы упустили. Как отличить импульс от коррекции в начале движения, чтобы встать в позицию? Я, в принципе, уже ответил, но давайте покажу на графике. Если относительно волнового анализа. Вот, видите, вот импульс. Вот импульс, да? Вот импульс. Вот. Коррекция, она такая медленная. Вот, медленная коррекция. И всего. Я думаю, импульс от коррекции отличить может любой трейдер, да? В принципе, кому непонятно, обратитесь к своему персональному менеджеру, он вам все подскажет, либо очень много интересной информации в интернете. На каких волнах можно торговать? Я, Константин, тоже это рассказывал. Мы в основном ищем начало третьей волны. Мы торгуем в основном третью волну. Более, скажем так, опытные ребята, они торгуют все волны, просто они главное, для них главное понимать, куда идет движение и докуда оно может идти это движение. А как понимать, докуда он дойдет, используется сетка Fibonacci. Ответил я на ваш вопрос, Константин? Еще есть кого-нибудь, какие-нибудь вопросы? Неделя только начинается, и если вы мне задаете вопросы, это будет очень хорошо. Значит, у вас есть желание понять. Если вопросов нет, дорогие друзья, очень рад был, может быть, просветить вас, а может быть, повторить для вас некоторую информацию, которую сейчас рассказал. Желаю вам прибыли побольше. Всегда соблюдайте правила управления капиталом, и все у вас будет отлично. Если будут какие-либо вопросы, обращайтесь, как я уже говорил, к своим персональным менеджерам, которые опытные в трейдинге. Каждый, я как лично знаю, более 4-5 лет этим занимается. У каждого свой подход. Но в любом случае, на любой ваш вопрос мы найдем оперативный, быстрый ответ. Константин, литературы много. Просто забейте волновой анализ в интернете, все найдете. Всем всех благ, всем до связи. Если будут вопросы, обращайтесь, пожалуйста. Роман, я понимаю, что все очень вкратце рассказал, но если будет интересно... Вы знаете, к кому обратиться, только что говорил. Если какая-то литература нужна, я не знаю, меня лично обучил человек, я литературу никакую не изучал, изучая волновой анализ. Я то, что мне рассказали, я в принципе то же самое рассказал вам. И если вы хотите повторить, посмотреть те вебинары, где я более подробно рассказывал про волновой анализ, разбирал по течение месяца,
зайдите на канал YouTube, канала Markets, и посмотрите июньские и июльские записи моих выступлений. Я думаю, там будет все понятно. Если непонятно, пожалуйста, также еще раз напоминаю, обращайтесь. Все, всем благ, добра, прибыли побольше, ну и отличного настроения, конечно же. До связи, до свидания.